Одна из самых ярких вечеринок этого лета в Твери «Шиз лето» прошла в ресторане «Старый Баку». И организатором выступил продюсерский центр Татьяны Бертуль. Это очередное яркое сезонное событие, на котором собрались все ценители красоты и хорошей кухни. Гостей вечеринки «Шиз лето» встречали приятная музыка, бокал игристых напитков, выставка премиальных авто. Сегодня, на самом деле, уже пятая сезонная вечеринка, а позади четыре. И сегодня мы пришли в гости в ресторан «Старый Баку» с моим продюсерским центром и всей командой. «Старый Баку» — это шикарный ресторан, который радует всегда своим уровнем сервиса, вот с самого первого шага. Сегодня, как всегда, с нами множество партнеров, партнеры, которые постоянно шагают с нами, с моим продюсерским центром, которые сегодня вновь решили поддержать нашу вечеринку, подарить гостям классные эмоции и, конечно, как всегда, дарить шикарными подарками. После вступительной части всех гостей пригласили в обновленный, светлый и просторный зал «Европейский» на втором этаже гастрономического комплекса. Он функционирует с конца прошлого года и уже стал любимым местом отдыха для сотен тверичан. Да, этот зал появился в Старом Баку в этом году, в начале этого года. Мы прямо к Новому году готовились и открыли этот зал. И готовы с удовольствием организовать самые классные вечеринки, в том числе такие прекрасные, которые посвящены лету. И лето в этом году, конечно, прекрасное. И наш ресторан подходит под этот формат. В этот день в Старый Баку пришли как постоянные посетители, так и те, кто решил нанести визит в известнейший ресторан впервые. Вообще отлично, мы ждали. Шикарное настроение. Летние ждали мероприятия от Татьяны. Мы очень вообще всегда ходим на мероприятия, все нравится. Татьяна такая умничка. Вот Ева у нас занималась в детской школе моделей. Мы посещали всегда все мероприятия и ждали летнего. Нам хочется попробовать очень кухню, потому что наслышаны, но еще не пробовали, поэтому вот с нетерпением также ждем. Настроение отличное, супер. Мне всегда нравится Старый Баку. Отдыхаем здесь практически каждые выходные. Вкусная еда, атмосфера вообще замечательная. Я приезжаю, бывает, редко, потому что я живу далеко, но вот сегодня решила приехать сюда, потому что тут очень здорово. Тут живет подруга, она вот меня посвятила о этом ресторане Старом Баку. Здесь очень-очень-очень вкусная кухня. Я самое первое блюдо попробовала. Это шашлык. Очень понравился. Все смогли по достоинству оценить уют зала и богатство меню, в котором есть и блюда из тандыра. Мясо, птица, рыба, овощи. Аромат и вкус еды, приготовленной в тандырной печи, остаются непревзойденными по насыщенности и качеству. Ведущим мероприятия выступил генеральный продюсер телеканала Music Box Russia Роман Миров. Он уже далеко не первый раз сотрудничает с Татьяной Бертуль. Летнее жаркое настроение дает свои плоды. Мы должны поддерживать эту атмосферу праздника, и Татьяна Бертуль, ее продюсерский центр, доказывает это на деле. То есть на своих мероприятиях, на своих вечеринках она делает не только отличное настроение, но собирает еще гостей по интересам. Это представители различнейших профессий. Профессий таких, как красоты, автомобильного бизнеса, предпринимателей. Лучше один раз прийти, попробовать, чем говорить об этом бесконечно. Поэтому в сочетании симбиоза шикарный ресторан, шикарные гости, летнее настроение, теплое вечерняя погода. Все это здесь и сегодня в ресторане «Старый Баку». Главной звездой вечера стал артист, музыкант и композитор Дэн Хиллс. Он был участником шоу «Голос». Исполнитель выступает в разных стилях – соул и джаз, фанк и R&B и многое другое. В его репертуаре как популярные композиции известных музыкантов, так и собственные песни. Эй, what's up, Тверь? Привет, Тверь! Я сегодня приехал вообще именно в Твери, в ресторан «Старый Баку» на вечеринке Татьяны Бертуль от продюсерского центра. Так что сегодня я здесь выступаю именно в ресторан «Старый Баку». Ждите мое выступление, все будет огонь! Yeah. В течение вечера ресторан «Старый Баку» под руководством шеф-повара Рашада Аббасова радовал гостей самыми изысканными блюдами. Также на вечеринке были и певцы, и танцы, и розыгрыши от партнеров. Вкусная еда, приятная атмосфера и яркие эмоции – это то, что подарил каждому этот летний вечер. Сегодня зал «Европейский» в ресторане «Старый Баку» ежедневно принимает сотни гостей, а также банкеты. Праздники различных форматов – это то, что делает посещение гастрономического комплекса особенно приятным. В планах новые высоты и новые уникальные для нашего города культурные события. Дорогие друзья, ресторан «Старый Баку» совместно с Татьяной Бертуль провели самую яркую вечеринку этого лета. Платья девушек были бесподобные, все было очень красиво. Это не первая и не последняя вечеринка этого лета. Приходите, у нас всегда очень гостеприимно, мы всех вас ждем. И куча-куча акций всегда для вас. Мы вас любим, приходите. Бронировать столик в Старом Баку, безусловно, лучше заранее. Ресторан находится в Твери на бульваре Цанова. Он работает ежедневно с полудня.